Эй! Привет! У меня есть отличная идея для сегодняшнего видео. Почему бы мне не почитать ваши комментарии, чтобы узнать ваше мнение о недавних видео, может быть, почитать предложения или какие-то идеи для будущих? Ведь для этого и были созданы комментарии, не правда ли? Уверен, что 200 тысяч подписчиков могли написать кучу всего стоящего. Nice. Думаю, получится весело. Давайте приступать. Итак, первый комментарий, который мы сегодня прочитаем, это будет, где видео про голые, про игру, где голые мужики молятся Путину, блять. И не правда ли, помните тот момент из прошлого видео, одного из прошлых, где я показывал в самом начале 30-секундный момент про игру, где голые мужики, а? Ты помните, да? А я помню. Как же жаль, что на самом деле разработчики этой игры не хотят ее на самом деле выпускать, а всего лишь переносят ее каждые 2 месяца на следующие 2 месяца, и так никогда ее, скорее всего, и не выпустят. Как же, сука, жаль. Уверен, получилась бы хорошая игра, но ничего, давайте почитаем следующие комментарии. А вот гражданин Соединенных Штатов Америки пишет: где голые мужики, молящиеся Путину? Даже гражданам Америки интересно. Где же голые мужики, молящиеся Путину? Вы только гляньте, сколько здесь похожих комментариев. Где голые мужики с Путиным? Где голые мужики с Путиным? Где голые мужики? А как же голые мужики? А я один еще жду игру года, в которой голые мужики кланяются Путину. Ну, наверное, ты не один такой, вот 38 человек с тобой солидарные. О, а вот это хит-комментарий. Алексей, где голые мужики, молящиеся Путину? 486 человек. А, как много. Что ж, давайте читать дальше. Где голые мужики и Путин? А когда выйдет игра, где голые мужики молятся на Путина? А где голые мужики и культ Путина? Где голые мужики, которые молятся Путину? Я зачем живу вообще в этом мире, Алёша? Я не знаю, зачем ты живешь в этом мире, а? Лера Катан! Зачем? Лёха Мразь, где голые мужики, которые молятся на Путина? Сука, я жду видос только из-за голых мужиков и Путина. Какой у тебя классный ник? Утёнок да унёнок мне очень нравится и думаю, он тебе очень подходит. Я один жду ту самую игру года, там, где голые мужики на Путина молятся. Ну, Вован Бис, я думаю, не один, потому что здесь целых 2200 лайков под твоим комментарием. Думаю, кто-то еще тоже ждет этой игры. Знаете, я думаю, я понял, чего хочет моя аудитория. Думаю, я осознал, что вы пытаетесь донести до меня какое-то сообщение. Мне кажется, вы хотите, чтобы я поиграл в симулятор сидения у подъезда. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Особенно вот, говори. Вот тот вот паренек, да, вот белым вот отличил. В белом? Молодец. Да и вообще вы все молодцы. Не, в натуре классно. Но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас, действительно. Умеете, могете просто. Я с ним абсолютно солидарен. Итак, в чем заключается смысл данной игры? Данного, я хотел сказать, шедевра. Мы играем за гопника, правильно? У нас огромная сигарета торчит из подбородка, видимо. И... Ух ты, ё-моё. А камера, видимо, расположена у нас во рту. Поэтому... Да, сигарета у нас торчит, видимо, из подбородка. Но я не то чтобы вижу, чтобы здесь много чего происходило. И мне кажется, мы немного тоже не по погоде одеты. А еще я умею вертеться. Я достиг высшего пилотажа для гопника, я думаю, самый высокий уровень гопничества у меня, так сказать. Я умею вертеться вокруг своей оси, даже ничем не двигая. А вот ты, кстати, паренек, что-то ты какой-то этот. Мне кажется, это фейковый гопник, потому что, гляньте, он пятки отрывает вроде как. О! Я могу включать музыку. Я не знаю, откуда она играет. Возможно, это не сигарета, возможно, это у нас колонка в зубах. JBL-ка. Или может это у нас в голове, может быть у нас какой-то синдром, я не знаю, я не уверен. Никакие клавиши не работают, пробел не работает, интер не работает, ничего не работает, стрелки не работают, кнопки мыши не работают. Сука! Ага. Сука! 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 Так, нажимая на кнопку 1, я говорю слово «сука». Сука, сука.
сука. Нажимая на кнопку 2, я... Блять, сука. Только что вы лицезрели. Ёб твою мать, а чё у него с шеей-то, кстати? Сука, блять. На их языке, если вы не знали, это обозначает «Добрый день, месье». Как вам погода сегодня? Блять. А это, если вы не знали, переводится с их диалекта как «Погода сегодня довольно-таки неприятная. Возможно, нам стоило остаться дома, потому что, как видишь, сверкают молнии. Хоть сейчас и зима». Так, у меня появилась отличная идея. Сука, блять. Это на их языке обозначал вызов, так сказать. Мы видим сейчас два самца, которые борются за территорию. Как вы видите, здесь две машины. Скорее всего, принадлежит одна мне, одна ему. И я вызвал его на поэтический поединок, который в простонародье именуется рэп-баттлом. Итак, музыка. Пошумим. Блять. 37 255 лайков, и я делаю вторую часть.